Арбитр приглашает спортсмена в центр ковра. Свисток. Начался поединок. Активно начала действовать Гобич, но вот здесь она сама себя провалила, пыталась атаковать, но не удержала. Сейчас на экранах был тренер Алена Прокопенко, Михаил Мартынов. 2 балла уже на счету Алены Прокопенко. Ну, это самое начало только, так что еще есть возможность и отыграть. Вот хорошая атака, 4 балла, и здесь можно фиксировать удержание, что и происходит. Алена Прокопенко после хорошей атаки зацеп снаружи, но, посмотрите, Гобич смогла уйти с этого для нее опасного положения. На табло 6-0. Если бы удержала Алена Прокопенко, поединок бы завершился досрочно. Ну, а сейчас будет он продолжаться. И продолжаться, конечно же, борьба всегда продолжается с захвата, за куртку самбо и дальше действия уже или подсечки, или корпусные броски. И вот он, один из таких постоянных на этом чемпионате технических действий. Это бросок через плечо, делаю через спину с колен. В данном случае это демонстрировала Гобич, спортсменка в синей куртке, но только лишь показала, что можно так делать, а на самом деле не довела до логического завершения это техническое действие. Поддавливает немножко хорватская спортсменка, но вот, да, ну, что-то не хватает хорватской самбистки, может быть, не хватает физических данных. Получает она предупреждение. Конечно, Прокопенко сейчас гораздо легче, ей не стоит никуда торопиться. Она ведет 6 баллов. Вот захват, попытка захватить 2 ноги и подняться в стойку, сделать выхват 2 ног. Но с этого положения очень тяжело подниматься, надо иметь очень большую силу. А если еще и умело защищается соперник, то подняться очень тяжело. Напомню, что это финал женской весовой категории до 80 килограммов. Чемпионат Европы 2023 года. Прямая трансляция из Израиля, Хайфа, Румема Спорт Арена. Ну, обоюдный такой захват держит. И здесь явно Алена Прокопенко ждет атаки своей соперницы, потому что хорватской самбистке надо атаковать. Она проигрывает 6 баллов, а Алене Прокопенко надо просто удержать эту выигрышную позицию. Но в данном случае обоюдное предупреждение. Второе у хорватской самбистки, а значит 1 балл плюс Алене Прокопенко. И первое предупреждение Алене Прокопенко. 7-0 на табло.
Сейчас попытка перевернуть в партере на удержание, но нет таких явных активных действий, поэтому арбитр поднимает стойку. Самбисток, и они продолжат уже опять с центра ковра. Этот финальный поединок. Да, ну, пытается, конечно, что-то сделать, ну, что-то, не то, что что-то, а пытается провести техническое действие, вот, захватить ногу, сделать переворот, сделать бросок через спину с колен, мы видели хорватская самбистка, но все безуспешно, потому что Алена Прокопенко грамотно защищается, удерживает 7 баллов, которые она уже заработала в сегодняшней встрече. И 30 секунд. Ей надо просто спокойно, внимательно отработать в защите, и тогда чемпионский титул у нее в руках. Но даже она вот здесь в партере пытается перевернуть свою соперницу на удержание, но уже за пределами рабочей зоны ковра. А те, кто не знает, не знаком с правилами борьбы самбо, то вот эта желтая зона — это основная зона, на которой проводятся все технические приемы и вся борьба идет. То есть если один из соперников вышел за пределы этой желтой зоны или выполз, значит, останавливается поединок и возвращается на центр ковра спортсмены, в данном случае спортсменки. Да, все, остается 4 секунды. Здесь уже, я думаю, что все понятно. Но мы, конечно, дождемся окончания времени, отведенного для финального поединка, чтобы мы... Да, все, завершился финальный поединок. Прокопенко Алена, чемпионка Европы 2023 года, борьба с самбо, весовая категория до 80 килограммов. Поздравляем ее. Ну и, конечно же, поздравляем хорватскую самбистку Гобыч Лея Катарина и команду Хорватии с серебряной медалью.